Мне кажется, что совершенно очевидно уже повлияло, потому что китайских товаров все больше становится на мировом рынке, и они уже сегодня демонстрируют конкурентное качество с товарами из любых других государств. Ну а кроме того, наше сотрудничество с Китаем сейчас развивается, развивается достаточно динамично. Более того, нам уже сегодня откровенно не хватает возможностей восточного полигона для того, чтобы полностью обеспечить это торгово-экономическое сотрудничество. Для нас это очередной вызов, нам надо Бамин-Транссиб расшивать.